Третья машина уже едет. Три машины. Вот четвертая машина ДПС. Четвертая. Это вот такой эскорт. Они несутся по центру. Это говорят, Трупнев приехал. Смотри, сколько машин. Барин приехал. Сколько его сопровождает. Еще на каждом перекрестке куча народу стоит. Я имею в виду ДПСников. Приехал барин и едет себе по центру. Даже не по своей полосе, а по центральной полосе, по центру, по разделительной линии. И его сопровождают десяток машин полицейских на поблесковых маячках. Это разве не феодализм, не крепостное право? Я что-то вот никак не пойму, где у нас демократическое сообщество заблудилось на пути построения законности и правопорядка по Путину. Он же строил у нас законность, он построил. 29 проектов, это не так мало. Отвечая на ваш вопрос, есть ли там уже предложение от китайцев, есть. Более того, мы свозили их в бизнес-миссию на Курилы. Насколько помню, было 23 компании. Есть конкретное предложение, но еще раз говорю, давать им аннотацию до того, как они сбылись, не готов. Ну, время покажет. Конечно. Вы же сказали, что и про инвестиции, то есть не все же срабатывает с того, что подписано. Нет, не все. Ну, процентов 80, да. И в случаях с торами китайцами примерно так же будет? Или тут трудно говорить? Нет, я думаю, что будет так же. То есть разницы большой не вижу между международными инвесторами и инвесторами из России.